Всем привет! Прошел ровно месяц с того момента, как я обрезала свою пеларгонию. Вот так наросли кустики. Уже даже некоторые начали цвести. А вот так выглядят череночки, которым ровно месяц сегодня. Я их нарезала, подержала 2 часа. Пока у них подсохла ранка, потом обмакнула в корневин и посадила вот в такие стаканчики. Все прижились. Из 2 контейнеров, сколько я нарезала черенков, не прижилось только 2 штучки белого цвета. Не знаю, почему-то белый цвет, он и сам по себе кустик меньше всех остальных, и не захотел приживаться. Все остальные прекрасно прижились. Все хорошо. Пеларгония у меня простая. Маврик, по-моему, она называется. Ну, самая простая, потому что я ее выращивала в прошлом году с семян, а в этом году вот я ее черенковала. Вот такой у меня опыт с пеларгонией. Про полив пеларгонии. Поливаю пеларгонию я редко. Раз в неделю маточные кустики поливаю водой и воду добавляю. Вот такое удобрение. На 1,5 литра пол колпачка. И 1,5 литра у меня уходит вот на... Сколько у меня? 6? На 8 горшков. А те, которые на укоренение, черенки, я поливаю... В воду добавляю корневин. Корневин. Его 1 грамм. На 1,5 литра воды. И просто добавляю воду в контейнер. Немного. Потом подожду, когда вся вода впитается. И посмотрю, насколько наполнились стаканчики. Вот я каждый стаканчик потом... Буду проверять, насколько он наполнился. Где-то если на треть наполнится водичкой, этого будет вполне достаточно. Ну, вот так оно у меня выглядит. Прекрасные зеленые красивые кустики. Очень мне нравятся. Нашла я семена, которые сажала в прошлом году. Вот такой был микс. Просто в магазине покупала. Тут разные цвета. И 2 пачки профессиональные. Маверик. Значит, 1 розовая с темно-розовыми вкраплениями и 2 ярко-красная Скарлетт. Вот в результате у меня получилось 8 горшков разных цветов. Так, и вот укоренитель, который я использую, когда нарезаю черенки, даю им 2 часа, чтобы они полежали, немножко подсохли. Потом макаю вот в такой укоренитель, развожу его в воде 1 грамм на 1 литр воды. И буквально там замачиваю на пару минуток и сажаю. И потом еще 1 раз поливала таким же раствором, 1 грамм на 1 литр. Здесь хорошая формула, 10 микроэлементов входит в состав и плюс витамин В. Ну вот все, что я хотела рассказать.